Акция «Таза Казахстан», инициированная главой государства, продолжается. Университет Алихана Бөкейхана в преддверии праздника «Последний звонок» провел экологическую акцию по посадке деревьев «Алаш-сквер». В ходе мероприятия президент университета, доктор политических наук, профессор Ширин Курманбаева и отличники учебы из числа студентов выпускного курса университета провели посадку деревьев совместно с учениками 11 класса средних школ города Семей. Были высажены саженцы ивы и голубой ели под общим названием «Алаш-сквер». Можно сказать, что акцию приурочили к столетию многопрофильной гимназии номер 5 имени Шакарима. Приехали с выпускниками. Высаженные сегодня ели завтра станут большой аллеей Алаша. Цель акции – формирование принципов бережного отношения к окружающей среде, повышение гражданской ответственности и укрепление экологической культуры общества. Я думаю, что патриотическое воспитание начинается с любви к родной земле, любви к родной школе. Поэтому мы благодарим всех участников за вклад в благоустройство нашей школы. С университетом Алихана Бөкейхана мы сотрудничаем долгое время. Наши выпускники поступают в университет и зарекомендовали себя в качестве хороших специалистов. В экологической акции приняли активное участие выпускники высших учебных заведений и школ. Учащиеся 11 классов выразили благодарность учителям. Мы поддерживаем эту акцию. Наша главная цель – посадить деревья на территории школы и хоть как-то поспособствовать ее благоустройству. Посадка деревьев, уход за ними – это долг каждого жителя. Как видите, во всем мире экологическая проблема. Поэтому, если вы готовы внести свой вклад в спасение планеты и у вас есть возможность посадить одно дерево, то не стоит долго думать. Экологическая акция пройдет на территории 6 школ города. Многопрофильной школы гимназии имени Шакарима, средней школы номер 39 имени Алихана Бөкейхана, средней школы номер 33 имени Кайрата Раскулбекова, а также общеобразовательных школ номер 19, 32 и 49. Талшын Шакыртхан, Рустем Кайратулы, Ержан Макзумов, телеканал «Семья».